Добрый Меня вечер. Зовут Лолита Карпович, я из города Волковыска. Лолита, вы замужем, нет? Нет, мне 16 лет. Я учусь. А то фамилия, имя у вас очень такое громкое, да? Ну, мама постаралась. И напоминающее, да, кого-то. Поэтому мы надеемся, что вы будете соответствовать, да, Лолите? Постараюсь. Той Лолите Милявской, ладно? Мы очень надеемся. Послушаем. Вы очаровательные, вы юные. Вот. Мне кажется, что у вас все впереди, но еще нужно поднажать, да, так сказать. Вот ноты не очень попадаете, да, и, в общем, как-то немножко все это немножко чуть-чуть грустновато для меня лично, хотя мои коллеги могут мое впечатление не разделить. Ну, я с вами, в общем-то, согласна. Но уже спасибо вам за то, что вы вышли, вызвали у нас улыбку, это уже хорошо. У вас есть какая-то харизма, но надо заниматься вокалом. Теперь ваша очередь вызвать улыбку у Лолиты. Отлично, по-моему, отлично. Это серьезный шаг от продюсера, когда продюсер строит рожицы. Дело на мази. Хорошо, спасибо. Я Лолита, а мне вот очень вокал понравился ваш. Спасибо. Не знаю, мне очень понравился. Здорово, по-моему. Я очень старалась. Дело в том, что просто здоровье немножко меня подвело, я очень расстроилась. Ну, кстати, извините. Насчет здоровья. Вчера каждый второй, да? Каждый второй. Здоровье, здоровье, здоровье. Значит, больные все, да? Всем вам здоровья и нам тоже. Да, да, и нам тоже. Спасибо вам за вопрос. Спасибо огромное, Лолита. Спасибо. Такую миниатюрность. Как говорится, Ленин умер, Сталин умер, мне что-то не здоровится, да?